Так, продолжаю. Не, плотину я тут не буду делать. Ну вот Дед Бородец сегодня писал, что не сможет, к сожалению. Что у нас вообще тут? Чай не влияет на довольство. Изменены. А, такое. А Нобелевская премия мира, кстати. Кстати. Вообще никто ничего не читает. Интересно. Не знаю, на что повышать пока, ладно. Где археолог? Так, откладываем производство, будем ядерки строить следующим ходом. Все откладываем. Мы следующим ходом строим ядерки. Так, идеология.
Какой сегодня хреновый день для шпионов. Шведу не получилось своровать, а испанского вообще убил. Зато мы и разграбили промку, убрали губернатора. Разграбили промку где? В Памплоне. А, тебе ты имеешь в виду разграбил? Да. Но это, кстати, не я. Ну, спасибо. Не, у тебя я только украл деньги один раз. Это когда у тебя их почти не было. Ну все. Уже обстреливать нечего. Кайф. Да не, на самом деле там все могут и как сбить, так и не сбить. Там сила высчитывается. Там силу надо считать. Там карточки. Тебя могут и ОБР ничего не сбить на самом деле. Ну-ка, термояд. Понимаешь, термояд. Дело в том, что ты не сбить не можешь, а у термояда радиус больше. Поэтому он просто пролетит. А у всех, кто сбивает, у них радиус одна клетка. А у термояда две клетки. Ты просто кинешь через клетку от перехватчика и все. Ого, 18. Чё-то долго. Но мы ничего не запрещали. Ни ядерки, ни термоядерки. Зенитку пока. Где, интересно, современная авиация?
Так а смысл тут? Обходить что? У нас есть чем-то нападать там или что? Со скифом мы на всю игру, походу, тут. Испанец, а чё мы с тобой в войне, объясни мне? Зачем мы с тобой в войне? Ну, я освобождаю Кабул. А ты его освобождаешь, да? Ну да, не видно. Рабочих клетки обрабатывать какие? О, джинсики. Джинсики, это круто. Где он? А где он появился? О.
Ой. Ну, то есть ты считаешь, надо рабочих строить вместо ядерок и боевых человекоподобных роботов, да? Вообще, надо что-то почитать хоть немножко. Там великого художника, великого инженера дадут. Почему через Испанию постоянно ко мне Нубия по одному современную ПТ-команду отправляет? Сам не знаю, но тут кем-то целая армия идет. А, и вот этот их... А, понятно. Что? А нет, это вроде бы кто-то странил мне пингалу. Да мне тоже постоянно кто-то пингалу, кстати, отстраняет. Это похоже Нубия. Имеешь бонусы? Да. Но Нубия как-то вроде не должна... А, он же космопод... Она же уже спутник запустила. Фу ты точно, она все видит. Я, кстати, тоже вижу, как союзники бывшие... В смысле, ЗРК может достреливать. ЗРК. ЗРК. Алюминий требует. А, нет, ЗРК, нет, подожди, что тут? РСЗО. Нефть требует, что у меня нету. А ЗРК это против самолетов, то есть мы вот зенитные пушки в них апнем. Мы деньги потратим на ап зениток в ЗРК. Решил все-таки японца забрать. 4 сочные. Вот швед сможет 3 человекоподобных робота купить. Уран у него есть. Губернатор. Так, у меня... Я просто не думаю, что мне надо пингало на космическую гонку тратить. Я не понимаю, может мне Виктора на какой-нибудь командира гарнизона, тоже хер знает. Космическая гонка, у меня нету космопорта вообще. И видите, никто даже не строит космопорты. Что-то кроме Нубии никто космопорты не строит. Нам тут так хорошо, зачем улетать? Thank you.
Ну это, блядь, нечестно. То есть он первый кинул ядерку, чем я. У меня не доехала этот зенитка туда. Это я, наверное, не буду. Хотя я 70. Да не, наверное, пока не будем. Не хотел карточку ставить, но я бы сэкономил, наверное, в итоге, ну, 200-300. А, он же на себя хоста переключил. Бля, почему я постоянно с хитрожопыми играю в этой партии? Все приходят, и еще один пример, почему неохота играть вот с людьми у себя в Дискорде. Это какой-то хитрожопый будет, который считает, что никто не понимает, что он делает. Специально захотел быть хостом. Типа, со мной кто-то вылетает, а тебя в итоге один вылетел. Вот чувак хост, поэтому он и раньше кинул ядерку. Thank you.
Так, а стоп, а чё у меня тут две стоит? Честно говоря, очень скучно сейчас. Не буду вам врать. Сейчас прям что-то очень скучно. Ты же в курсе, что эта ядерка не убивает, да, роботов? Ну, не полностью, конечно. Но... То есть ты пожертвовал своим ресурсом урана, только чтобы нанести урон моим роботам, да? Ну, у тебя так сейчас вообще урана нет. Почему нет? Есть. Ну, у тебя один источник для всего. Значит, либо тебе кто-то дает и так сильно хочет моей смерти, либо не знаю. Да, тебе кто-то дает 27 урана. Ну, как видите, мне никто не давал. Не знаю, почему решил, что мне кто-то дает.
Добил робота истребителем. Сволочь. Да его город как-то открыть. А, это прям столица? Так я в столицу попал, походу. Я даже не смотрел. Честно говоря. Ну как мне сюда долезть? Мне нужен какой-то истребитель. Зашибись. Еще и ЗРК не сработало. Кайф, да? Как это вообще херня работает? Каждый раз с этого. Спасибо. Ну, мне сейчас швед через два хода войну объявит, и все на этом. Очень, очень... Ну, ты испанец просто взял зачем-то... Это как всегда, короче. Так время свое дофига потратил. Не хочу тут сидеть играть эту фигню, если мне швед объявит войну. То есть все благодаря испанцу, мы оба не можем победить. Если швед объявляет войну, он уже накупил там кучу всего себе. Бля, это просто, ну, каждый раз вы меня спрашиваете, почему я в Дискорде не играю. Каждый раз вот такие... Ну, просто отмороженные на голову люди сидят. Предлагал мириться. Предлагал, нет, блядь, все мне уничтожит. Все, сам, эту, столицу убито. Сидим, стреляем друг друга ракетами.
Вот ради чего я 7 часов сейчас жизни своей потратил, расскажите. Чтобы вы этот сериал посмотрели, так мне нахрен это не надо. Вот мне не надо. Мне интересней стримы со случайными людьми играть. Скажите, когда будет такого. Не, сейчас уже нам не надо считать. Тоже не надо, да. Да, блядь, тут еще и не город. Пиздец, как это может быть на 6 клеток, блядь, повырастало все? Ну, хотя бы в темный выпадет. Как мне этот конченый город у меня ни одна ЗРК не сработала. Ладно, честно говоря, неинтересно дальше играть. Спасибо за игру. Очень жалею своего времени потраченного, прямо вам скажу. Ну, я не хочу вообще вот... Собираюсь с людьми в Дискорде играть. Я потратил 2 часа, пытаясь стартовать. Потом в итоге вот этот чувак сказал, что он будет хостом, потому что так мы сможем сделать. Он взял хостом, он теперь первый стрелял, все это делал. Я не хочу. Я хочу играть в сетевой игре спокойно, вот при обычных условиях. Без того, кого, когда приходят люди, специально, чтобы против меня поиграть. Чтобы против меня покидать ядерки. Вот это сидели вместо того, чтобы нормально поиграть. Ну это херня полная. Каждый раз попадаюсь, зарекаюсь. Но это короче, последняя ФФА на канале. Просто имейте в виду. Я больше не хочу собирать лобби. Я не хочу тратить свое время. Я сегодня субботу потратил... 8 часов своей жизни. За $30 донатов. Тут даже, ну, я не знаю, сколько это должно быть. Выложу это в ФФА, там еще сколько-то. Предложим за $50. Не стоит мой выходной, 8 часов моей жизни, вот этого всего. Мне проще в случайном лобби... поиграть 3 часа, когда там люди ливают и прочее. Вам не интересно это смотреть? Ну что ж, отписывайтесь от канала. Что поделать? Я это вот... Ну, я не хочу это играть. То есть я не получаю никакого удовольствия. Люди садятся играть конкретно против меня. Когда они знают, кто это. Я в обычной сетевой игре намного больше удовольствия получаю. Да, там ливают, которым не повезло с местом. Ну и хрен с ними. А тут там бывают дуэльки. Если человек упарывается, то это понятно, что он упарывается, потому что он так играет, а не потому что
с Халецким играет. Вот сейчас у нас испанец, пожалуйста, упоролся. И у него все пролетело. У меня, блин, стоят ЗРК. Я максимально себе увеличил силу. У него все равно все пролетело, все уничтожило. Я не могу, почему-то я должен правила соблюдать. Не могу уничтожать его зенитки. Он просто одной зениткой защищает все танки. Берет чувак. Я, ну, просто, блин, каждый раз. Каждый раз одно и то же. Но вам спасибо, что смотрели. В любом случае, я эту ФФАшку выложу. Котика напоследок показать. Да, но это, я вам сразу говорю, это просто последняя ФФА. Мне, я не получаю никакого удовольствия от этих игр. Я лично не получаю никакого удовольствия. Как вы можете получать, когда не получает сам создающий, я не знаю. Ой. Вот даже кот возмущен, понимаете? Там против компа поиграть. Вот эти стримы, случайные лобби. Это норм. А вот такой херней, 8 часов потратить, чтобы вот этим все кончилось. Зачем? Вот как, какая была причина испанцу на меня нападать, например? Вот просто... посидели, ядерки покидали, у него пролетело, мне, я ему тоже куда-то попал, хрен знает. Не могу увидеть. Взялся, отжал хоста. Ай, все. Да какая упорка? Это не упорка, это чувак. Просто ему надо в меня ядерки покидать, как всегда. Мне настроение испортить. Ну и хер с ним, я пойду сейчас забаню нафиг и все.